следующем видео я бы вам хотел посоветовать канал «Рисуем Лиза». Здесь очень много фана, много всего интересного, много объяснять, поэтому заходите, ссылочка в описании. Здравствуйте, дорогие дамы и господа, вы на канале From Scratch и с вами Иванов Максим. И сегодня я хочу вам показать 3 лайфхака для 3D ручки. Если вам понравился много ракурс, то ставьте лайк и пишите в комментариях хэштег много ракурс. Поехали! Бывает, вы регулируете температуру на 3D ручке, но никак не можете вспомнить, какая же она была, на каком делении. И для этого мы берем либо маркер, либо ручку и отмечаем нужное нам деление. Вы все время путаетесь в индикаторах. Для этого лайфхака мы должны отрезать небольшой кусочек бумаги. Далее мы надписываем значение индикации. У меня это, например, питание и достигание рабочей температуры. Далее берем кусочек скотча и приклеиваем на 3D ручку. Готово! А чтобы пластик лучше прилипал к бумаге, наклейте на него просто кусочек скотча. И не надо держать 3D ручки, как обыкновенную ручку. Держите 3D ручку вертикально и прикасайтесь носиком 3D ручки легонько к скотчу. На этом все. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Пока-пока.